Друзья мои, всем огромнейший привет! С вами Елена и добро пожаловать на мой канал. Сегодня я получила посылочку ароматную, посылочку вкусную, посылочку приятную с сайта Royal Forest. Все будет, конечно же, в описании, как всегда, ссылка на этот сайт. И давайте будем смотреть. Скорее, я сама не могу быстрее, все надо разглядеть и рассмотреть. Это, конечно же, в основном шоколад, чем и представлено, но продукция представлена не только шоколадом, но я в основном беру, конечно же, шоколад. И цены буду озвучивать в конце, может даже не в конце, если буду очень быстро находить, то давайте буду озвучивать сразу. Давайте так, буду озвучивать цену, говорить, которая на сайте, и цена, которая мне пришла со скидкой. Супер выгодно, супер приятно, потому что у меня была где 20% скидка, а где даже 40% скидка. Вот, представьте себе. Давайте начнем, не буду долго томить. Первое, что я заказала, это вот такой шоколад «Лесной орех». Вкусная и полезная альтернатива шоколаду, натуральная сладость кэроба, без сахара и подсластителей, что очень даже умиляет. 75 грамм, не содержит кофеин, глютен. Также дата изготовления 1 сентября 2020 года. Состав: какао-масло, кэреп обжаренный, молоко сухое обезжиренное, лесной орех обжаренный. Может содержать следы других орехов и пряностей. Изготовитель: город Москва. Срок годности 12 месяцев, то есть до 1 сентября 2021 года. Мы, конечно же, этот шоколад, ну, скушаем, сами понимаете. Такая вкуснота. И этот шоколад из кэроба с лесными орехами. Полная цена 213,80, 40% скидкой мне он обошелся за 128 рублей 30 копеек. Думаю, очень замечательно и очень-очень хорошо для семейного, конечно же, бюджета. Следующий шоколад, и я его не заказывала, он у меня, скорее всего, ну вот первый раз. Это с бадьяном и кардамоном. 75 грамм. Также натуральная сладость, без сахаров, подсластителей. Не вызывает аллергии, то есть его можно также и диабетикам. Этот шоколад, ну кто на диете, это понятно. Не на диете, а именно на ПП питании. Так и не содержит кофеин и глютен. 75 грамм. И этот шоколад, значит, с бадьяном и кардамоном. 233,80 его цена на сайте. 40% скидкой у меня обошелся. 140 рублей 30 копеек. В составе какао-масло, кэреп обжаренный. Кэреп везде вы будете, потому что это именно с кэрэпа шоколад, молоко сухое обезжиренное, бадьян молотый и кардамон молотый. Вот, собственно, и все. Этот шоколад 1 апреля 2020 года, 75 грамм. Так, 9 месяцев, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь и январь. Ну, думаю, до 1 января также мы скушаем этот наивкуснейший полезный шоколад. Вот, вот, супер. Друзья, это просто что-то невероятное. Этот шоколад я заказывала, и он мне очень нравится. Это также с кэрэбом, апельсин, имбирь и корица, натуральная сладость без сахара,
не вызывает аллергию, не содержит кофеин и глютен, 75 грамм, также 9 месяцев до 15 января 2021 года. В составе какао-масло, кэроп обжаренный, молоко сухое обезжиренное, апельсиновые кусочки, концентрированное яблочное пюре, концентрированный грушевый сок, апельсиновый сок, также концентрированные цитрусовые волокна, пектин, лимонная кислота, имбирь сушеный и корица. Россия без ГМО, низкий гликемический индекс, супер просто хранить при какой температуре и при влажности не более 75%. И шоколад с апельсином, имбирем и корицей. 226 рублей 30 копеек на сайте, 40% скидка у меня обошелся, 135 рублей 80 копеек. Ну, это просто, просто супер. Просто супер и просто что-то волшебное. Следующий шоколад. Ягоды годжи и изюм. Натуральная сладость, без сахара, в подсластителе, 75 грамм, не содержит кофеин, глютен, но содержит витамины, минералы и антиоксиданты. Здесь уже довольно-таки полезный шоколад. Он весь полезный, но здесь вот чуть маленечко уже и витамины содержит. Какао-масло, кэроп обжаренный, молоко сухое обезжиренное, ягоды годжи и изюм. Так, здесь у нас до февраля 2021 года 9 месяцев срок годности. Вот такой вот вкусный и полезный шоколад. Так, и ягоды годжи и изюм я сказала? Нет, не сказала. По цене 217 рублей на сайте, 40% скидкой, 130 рублей 20 копеек. Следующий шоколад это с миндалем, натуральная сладость кэроба, 75 грамм, без сахара, подсластителей, не содержит кофеин. И миндаль это натуральный источник витаминов В и Е. Свеженькие довольно-таки, дата изготовления 1 сентября 2020 года. В составе какао-масло, кэроп обжаренный, молоко сухое обезжиренное, миндаль обжаренный, может содержать следы других орехов и пряностей. И этот шоколад с миндалем 239 рублей на сайте, 40% скидка мне он обошелся, 143 рубля 40 копеек. Ну вот что-то с чем-то, я бы даже сказала так. Так, следующее. Шоколадки это уже, по-моему, веганские шоколадки. С манго урбич из кэшью. Натуральная сладость кэроба, также без сахара, подсластителей. Кэроб не вызывает аллергии, не содержит кофеин и глютен. Здесь у нас уже 50 грамм. Состав какао-масло, кэроп обжаренный, урбич из кэшью обжаренного, манго, сухой порошок, может содержать следы других орехов и пряностей. Ну, давайте хоть одну шоколадочку откроем. Мы не откроем, оно все вот таким вот образом, друзья мои, запечатано, что очень даже умиляет и очень даже, в принципе, и хорошо. Шоколад этот с манго. Манго урбич из кэши 50 грамм, 140 рублей на сайте. С 20% скидкой он мне обошелся, 112 рублей. Это уже пошли с 20% скидкой. Следующий шоколад. Ну, здесь вот можно увидеть, каким образом это все смотрится. И это у нас чай с молоком. Такой я тоже не брала. Hello, miss. Спасибо. Натуральная сладость кэроба, без сахара, подсластителей, не содержит кофеин, глютен
И кэроп не вызывает аллергии. Также 50 грамм свеженький шоколад, 12 месяцев срок годности. Состав: какао-масло, кэроп обжаренный, молоко сухое обезжиренное, чай черный порошок, может содержать следы других орехов и пряностей. И этот шоколад, чай с молоком, 50 грамм, 120 рублей цена на сайте, 20% скидка, 96 рублей мне обошелся этот шоколад. Следующий шоколад также для меня новиночка. Не брала я такой в прошлый заказ. Это банан урбич из кэшью. Натуральная сладость кэроба, без сахара подсластителей, не вызывает аллергии и не содержит кофеин и глютен. 12 месяцев срок годности 1 мая 2020 года. 50 грамм какао-масло, кэроп обжаренный, молоко сухое обезжиренное, урбичи с кэшью обжаренного, банан сушеный порошок, может содержать следы других орехов и пряностей. И этот шоколад 149 на сайте мне обошелся за 119 рублей 20 копеек. Так, по шоколаду это все, друзья мои. И еще вот такие вот мне пришли замечательные сиропчики пекмезы. Я уже брала, и мне они очень и очень даже понравились. Они также без сахара, добавлять можно везде. Хотите в каши, хотите в творожки. В общем, все на ваше усмотрение. Пекмез финиковый – вкусная и полезная альтернатива сахару, источник энергии и сложных углеводов без сахара – 250 грамм. И что же такое пекмез? Пекмез – это вываренный. Это вываренный до сиропообразной массы сок из фруктов, плодов или ягод без сахара и других добавок. Финиковый пекмез укрепляет кости, иммунную нервную систему, снижает риск сердечных заболеваний и ускоряет процессы обновления клеток в организме. Вот, пожалуйста, везде и в кондитерские изделия, и в блинчики, и в каше, и в молоко, и в чаи. В общем, кто на что гораст. Пищевая ценность можете увидеть. В общем, вот такой свеженький, абсолютно свеженький. И финиковый пекмез мне за 250 грамм 405 рублей на сайте. 20% скидка за 324 рубля мне обошелся этот пекмес. Следующий пекмес – это абрикосовый, также без сахара. Вкусная и полезная альтернатива сахару, богатый источник микроэлементов железа, калий, магний и фосфор. Ну, что-то не хочет фокусироваться. Пекмез вываренный до сиропообразной массы, сок из фруктов, плодов или ягод без сахара и других добавок. Также везде добавляете, куда хотите, кондитерские изделия, блинчики, творог и так далее и тому подобное. Здесь 15 января. Так, а по сроку годности? 24 месяца. Так, а финиковый? Тоже 24. То есть пекмезы уже по срокам годности, друзья мои, 2 года. Вот. Так, маленько. Так. Вот так, и абрикосовый пекмез мне обошелся
400 рублей на сайте, 20% скидка, 320 рублей. И последнее, что из моего заказа я сейчас открою, это невероятная вкуснота, полезность и также не содержит сахар. Это, конечно же, вот такой наивкуснейший кокосовый урбич. Источник фосфора, витаминов группы В, без сахара и вредных добавок. Его надо держать, друзья мои, в холодильнике. Да, ну и доставать. И он как в холодильнике, он такое вот твердое состояние. Я уже также беру его не первый раз. Апрель 2020 года. Так, здесь по срокам годности. Вот да, что достать с холодильника, значит, за 2 часа до употребления. Срок годности 9 месяцев. В принципе, еще по срокам годности нормальная. В составе только мякоть кокоса. Представляете? Можно намазать небольшое количество урбича на тост, печенье, хлеб и так далее и тому подобное. Кто-то кушает так. Я, в принципе, мне очень нравится и употребить. И употребляю, в принципе, так. Просто так. И кокосовый урбич. Мне 347 рублей на сайте, 20% скидкой, 277 рублей 60 копеек. Вот, в общем-то, друзья мои, и вся моя покупочка на сайте Royal Forest мне обошлась за 1926 рублей 80 копеек. Вот, собственно, и все до нас, до нашего районного центра шла посылка, в принципе, недолго. Так. Заказ был сделан 27 октября. Да, сегодня у нас получается 7 ноября, праздник, с чем я вас и поздравляю. Так, это получается у нас 4, да? За 11 дней дошла моя вот такая замечательная посылка, чему я безумно и безумно рада. Все это буду раскладывать, все это доченька приедет, и, конечно же, полезности я ей дам с собой в город. А вам, друзья мои, мне хочется пожелать отличнейшего настроения. Всем пожелать здоровья. Берегите себя. Берегите своих близких. Подписывайтесь на мой канал. Комментируйте. Ставьте лайки. И всем всего доброго.